Так, мы продолжаем наше интервью с криптотусовки. Сейчас с нами основатель проекта CryptoSmart Валерий Грушевский. Валерий, добрый вечер. Добрый вечер. Можно прежде всего поинтересоваться целью визита, то есть почему вы здесь, что вы планируете принести, вынести для себя, принести другим участникам? Ну, я всегда рад за любые встречи офлайн, потому что чересчур много ушло в онлайн. И очень рад, что появляются такие вот закрытые вечеринки или открытые вечеринки для криптотусовки, потому что мы настолько все заняты, настолько все быстро течет и изменяется, что коммуницировать нам практически не остается времени. И поэтому вот такие вот собрания, вот такие вот мероприятия очень важны для того, чтобы вот эта вот небольшая группа людей, которая уже сформировалась в Киеве, чтобы она между собой коммуницировала и партнерилась, генерировала контент. Ну, в общем, в любом случае это всегда плюс. Я знаю, вы работаете над целым рядом курсов по обучению блокчейн-технологии, основам криптовалют, ICO и трейдингу. Могли бы сказать пару слов, что сейчас, говорится, у вас на повестке дня? Ну, у нас сейчас мы запускаем несколько бесплатных вебинаров там по ICO, по трейдингу. Планируем в апреле запустить уже полноценно обучающий курс, где мы будем рассказывать как бы основы блокчейна, как инвестировать правильно в ICO, как выбирать проекты, как можно даже зарабатывать на баунти, на аирдропах, ну, то есть совершенно без вложений своих денег, ну, на основе, конечно, потраченного своего времени, электроэнергии, интернета, да. Но это те как бы моменты, с которых можно стартануть в криптомире без каких-либо там своих денег, да. На этом заработать какие-то 100, 200, 500 долларов. А есть кейсы, что и 1000 долларов на баунти люди зарабатывают. Поэтому в принципе, потом у нас идет общий курс трейдинга и углубленный курс трейдинга. То есть идет около 6 модулей по теханализу, по фундаменталу, конкретно с трейдером, который постоянно работает, который постоянно в рынке. Так же самое и по ICO у нас спикер, который каждый день занимается, это его работа, анализом ICO, анализом команды, глубокого погружения. Поэтому будет курс очень интересный и познавательный, потому что мы, в принципе, приняли решение его создать. Ну, как бы мы ребята не из инфобизнеса, мы ребята с офлайн-бизнеса, и как бы у нас была боль, мы не получали того контента, того сервиса, который хотелось бы. И мы решили, что надо создать, значит, сам и качественный курс. Скажите, а вот все-таки на фоне достаточно большого количества уже доступных курсов, уже кто угодно, только кто бы то ни было, не пытается учить трейдингу на крипторынке, есть ли у вас какая-то отличительная изюминка, вот почему нашему зрителю надо точно идти сразу на ваш сайт и ознакомливаться с вашими курсами? Да, мы будем рассказывать самые главные вещи, фундаментально важные для трейдинга. То есть мы будем говорить, что так легко, так все замечательно, так все быстро получится. Нет, на самом деле трейдинг – это, наверное, одна из самых тяжелых так называемых профессий в криптоиндустрии, потому что, ну, если подходить к этому правильно и системно, то это достаточно ресурсное занятие, как эмоционально, так и по времени. Там не получится 15 минут в день торговать. Да, 15 минут можно торговать, но для этого надо проанализировать часов 5-10 в день рынок, проанализировать монеты, выработать стратегию. Вот это мы будем учить. Мы будем людей фундаментально подходить к трейдингу через разработку своей стратегии. Будем давать свои стратегии, но мы будем показывать, как людям выработать свою стратегию. Вот это важно, потому что работать в трейдинге надо только по стратегии, и это без вариантов. Не имеешь стратегии, не торгуй. Понятно, спасибо. Сегодня вечером вы все-таки вы ищете или хотите, чтобы вас искали? То есть пришли за связями, или вы думаете, что люди будут тянуться к вам за информацией? И так, и так. Я думаю, будет и так, да. Ну, в любом случае, знакомство новое – это всегда плюс. Понятно. Итак, спасибо. Сегодня с нами был основатель компании CryptoSmart. Спасибо и хорошего вечера. Да, спасибо. Удачи.